громко.
Дорогие участники Кубка Юнисон, я рад вас приветствовать. Кубок Юнисон – это олицетворение того пути, который вы уже проходите. Пути смелых, отважных, я употреблю такое слово, великих молодых хоккеистов, которые каждый день своим трудом, упорством, старанием прокладывают свой путь на спортивный Олимп. Я хочу, чтобы девиз «Жить, чтобы побеждать» нашел отклик в ваших сердцах, и уверен, так это и есть. Выходя на лед, каждый из вас хочет быть победителем и готов для этого сделать все, чтобы это воплотить. Я желаю получить удовольствие от этого турнира. Желаю насладиться хоккеем, насладиться общением, встретить таких же, как и вы, ребят с разных уголков России и наших ближайших соседей Белоруссии. Я хочу, чтобы удовольствие, радость вы испытали. И, конечно, желаю побед каждому из вас. Пусть победит сильнейший. This is how legends are made.
Кинолиги. Ну и, конечно же, в детском хоккее тоже ребята имеют возможность чуть раньше профессионального уровня уже встретиться между собой. Лада переходит в атаку. Передача направо. Дело до броска пока не доходит. И сразу скажем, кто в каких джерси выступает. Лада в темно-синих цветах. Металлург в гостевом таком выездном комплекте. Но стоит отметить, и у тех, и у других есть и домашние джерси, и гостевые. Просто в этом матче именно Лада хозяева. Но это все номинально, потому что город Красногорский для тех, для других, это еще загадка, это еще такое неизведанное турне путешествие. Ребята делают первые шаги знакомства с этим льдом. Бросок следует, и хорошее спасение. Давайте быстро о составах и тех, и других сейчас скажем. Начнем с команды Лады. На воротах с первых минут и секунд Максим Ивлиев, у него 38 номер, запасной вратарь Дмитрий Курылев. И вот посмотрите, как здорово Ивлиев намертво эту шайбу забирает, при этом не оставляя никаких шансов оппоненту на успех. А тут выход 1-0, и счет мог становиться, соответственно, таким же, но уже мы с вами в унисон в кубке и турнире «Юнисон» проговариваем Михаила Тюрина. Спасение вратаря команды «Металлург». Положение вне игры. И вратари, мы сказали с вами, кто у тех и у других. Давайте полный ростер. Ладно. Запасной вратарь номер один Дмитрий Курылев. Второй Роман Артемов номер три. Платон Туркин, 11-й Яков Павлов, 18-й Филипп Долгов, 22-й номер Мирон Пильнат. Ну вот еще раз смотрите, как здорово с неудобного хвата пробовал в этом эпизоде Илья Терентьев, нападающий Лады, шайбу поднять и переиграть своего визави. Немного не хватило. Номер 47 Карим Мамаев, 33-й Архип Смирнов, 4-й Семен Михалев, дальше 8-й Илья Куннов, номер 9 Антон Дуга, 10-й Илья Петренко, 12-й Илья Потычкин, 16-й Ждан Колодкин, 17-й Степан Емельянов, 19-й Мирон Сминкин, 35-й Марат Романов и 55-й Мирон Рузанов. Представители команды, главный тренер Роман Цветков помогает ему Александр Евчук. Передача роскошная, и еще один бросок, но красиво Лада разыгрывает свои атаки. Есть и быстрые переходы, есть и вот теперь такая комбинационная история впереди. Много работы по первым минутам у Михаила Тюрина, но это не удивительно. Главный вратарь «Металлурга» сейчас крупным планом. Не просто так он номер один. В лице Дмитрия Позина, главного, и его помощника Виталия Кудрина, полностью доверяет ему. «Металлург» в атаке. Попытка сыграть это так не увенчалась она успехом. 12-й номер. Это уже, если что, полевой «Металлурга». Альберт Вапин, 99-й номер, 84-й Александр Галатыгин, 9-й Виктор Балуйский, 86-й Захар Шершов, 34-й Макар Мастов, 91-й Богдан Подлубный, 21-й номер Ефим Султанов, капитан команды Никита Злов Килеевич, 23-й номер, 44-й Илья Кравченко, 16-й Жан Жакаев, 81-й Максим Комин, 82-й Алишер Ямалов, 25-й Максим Кременченко, 1-й номер Михаил Тюрин, основной вратарь, запасной вратарь 77-й Роман Черкай, 17-й Матвей Сыпков, 96-й Михаил Михаленко, 78-й Даниэль Хайрулин и 88-й Севастьян Черниченко. Ну вот успели мы с вами представить всех и вся. Три периода по 15 минут чистого времени. Есть удаление, есть офсайды, нет пробросов. Но вот красивые планы дарит нам компания в спорте, множество камер и операторы сегодня задействованы под этот важный турнир. Если говорить вообще, как турнир создавался, то данный турнир учрежден киноклубом «Юнисон Москва» совместно с хоккейной школой «Красной машины Нью-Йорк». В 2023 году появилась такая затея, получилась хорошая коллаборация. Бросок будет? Нет.
дело до броска не доходит. Можно было из острого угла, можно было из пятачка. Эпизод заигран. И теперь уже планируется эта вся турнирная затея проводиться каждый год. В 2023 было, в 2024, как мы видим с вами, стартовало. И в 2025 мы с вами тоже вправе рассчитывать на то, что этот турнир будет радовать нас всех. Действительно, сильнейшие команды с разных уголков. Возьмем Магнитогорск, Лада, Тольятти, команды с Востока приехали сюда. Безусловно, ребятам еще пришлось пройти некий этап адаптации, акклиматизации, привыкнуть к Подмосковью. Хоть и Красногорск рядом с Москвой, но Москва не считается. А это опасно. И обратите внимание, что не стал здесь дергаться Дмитрий Курылев. Не было в этом никакой необходимости. Точнее, необходимость, может быть, и была. Но нам показывают предыдущий момент, где на хорошей скорости удалось Рузанову пройти соперников. Конечно же, это Ивлиев, да, Ивлиев ворот, а не Курылев. Очень, конечно, ребята конкретно способные. Там по вратарской линии надо так сложно было перед началом матча сказать, а кто именно возьмет и начнет играться в первых минутах. Ну, разобрались. Пока по нулям, ни те, ни другие не могут отвечать в нашей встрече. Хорошая пауза, дальше такое неплохое оставление. Видим теперь, как Металлург старается себя впереди показать. Есть первое удаление в этом турнире Кубок Юнисон. Даже с нашей съемочной позиции это удаление было видно. Подножка. Лада остается в меньшинстве, Металлург получает право поиграть на одного лишнего. Вот смотрим еще раз, удается шайбу укрыть и не совсем удачно действует Крючкин. Но там неаккуратно сыграл защитник команды из Тольятти. И теперь его команда вынуждена действовать в меньшинстве. На одного меньше. Синяк. Смотрим, как Металлург будет разыгрывать лишнего. Две минуты большинства. Это прекрасная возможность расположиться, закрепиться. Ну а Лада в меньшинстве может забросить, если бы шайба полетела в створ. Потому что там уже никак не контролировал ситуацию Михаил Тюрин. Был переигран вратарь Магнитогорска. Хоть и Тюрин строго играл по сопернику, соперник оказался хитрее и мудрее. Но только точности не хватило. Лада — это не та команда, которая, даже будучи в меньшинстве, какие-то попытки выйти вперед оставят в небытие. Нет. В случае чего они будут переходить вот эти быстрые контратаки. Хотят закрепить небольшой такой промежуточный успех эпизодом ранее. Ну и Металлург быстро как-то пролетает это большинство. Но вот смотрите, даже не две минуты, а минуту большинство следовало. Значит, у ребят по минуте, а не две. Хотя на основном табло нас двумя минутами завлекали. Уже приблизились мы с вами к экватору первого периода. Есть моменты у тех и у других. В разные хоккей ребята играют. Схожести, ну, минимальные, если таковые вообще и есть. Ошибка. От большого желания те и другие где-то спешат. И не получается цельно на льду себя показывать. Сейчас уже и под давление попадает нападающий Степан Емельянов. На помощь ему приходит Илья Терентьев. Терентьев вообще без клюшки остается. Но Терентьев поднялся и видит, что рядом перед ним партнеры есть. Соперники в том числе. Значит, надо бороться. И борьба за Лады. Борьба. Теперь уже в углу площадки. Там хоть и падение состоялось, но все в рамках правил. Тем более, что у арбитров была хорошая обзорная. И все они четко видели. Пошли развороты. Попытка раскачать оборону.
Ну, посмотрите, здорово действует по сопернику Роман Артемов. А тут ошибка и еще одно падение. Стали чаще ребята падать. Может быть, уже и коньки. Они выдерживают градус напряжения. Хотя это только, повторюсь, сначала нашего хоккейного турне. Первый период. Тут, кстати, не пришлось вступать в игру Ивлиеву. Ивлиев вроде бы уже готов был сыграть по шайбе, но партнер помог. Перестраховались полевые хоккеисты. Ладно, дальше попытка через короткий пас выйти из-под давления. Но обратите внимание, как здорово Металлург поддушивает своего соперника. Заставляет играть не свой хоккей. Это раз. И хоть и шайбы тольяттинцы, но при этом у них нет понимания, что с ним делать дальше. Приходится просто далеко вперед ее отбрасывать. Туда, в направлении чужой третьей, где только лисы. Ну и, как мы видим с вами, Захар Шершов оказался на последней линии. Захар Шершов уступает право до шайбы дойти своему партнеру Богдану Подлубному. Подлубный разворачивается, но такой разворот не на 180 градусов. Развернутый угол мы с вами не увидели. Красную-то легко пересекают хоккеисты Металлурга. Ну а дальше у Сыпкова возникли сложности, хотя шайба остается. Его команда Сыпков не удержался на коньках. Попытка Лады провести быструю контратаку, но это скорее попытка одного хоккеиста, да, без какой-либо поддержки. Вот только сейчас подъехали остальные ребята в синих джерси. Надо отметить, очень мало остановок. Крайне динамичный хоккей мы с вами наблюдаем. Всего одно удаление. Одно положение вне игры. Ребята синей линии чувствуют замечательно. Дальше короткий пас через центр. Вертикальная атака. Падение. Но мы примерно уже понимаем с вами, какие падения будут сопровождаться арбитрами. Какие просто для хайлайтов. Ну вот и Осминкин. Один из главных нападающих в составе Лады. Осминкин обладает потрясающим кистевым броском. Ну и умеет он находить такие приятные позиции для форварда. Осминкин в окружении двоих борется. Хотят его произвольную импровизированную коробочку поймать. Поймать хоть и удалось, но перед этим уже успел 19 номер Лады выполнить точную передачу на партнера. Центр. И Металлург. Редкий случай, когда не смог без проблем войти в зону соперника. Но в этой ситуации не то, что проблемным мог получиться вход в зону. Его не увидели мы с вами. Отлично. На паузе играет в свою очередь Петренко. Петренко на синюю. И тут как тут уже оказался Кравченко. Кравченко легко распознать на льду. У него красный яркий шлем. И этот красный яркий шлем выделяет его на фоне остальных ребят. Бросок. Шайба мимо створа отправляется. На подборе кто? На подборе лисы. Калиниченко оказался первым на пути к этой шайбе. Калиниченко с партнерами продолжает борьбу. И вот он шанс. Бросок. Щитками уверенно играет Ильев. Молодчик Максим. Множество сложных бросков ему приходилось уже около матча отбивать. Ну а это щелчок в исполнении Ильи Терентьева. Илья Терентьев решил показать нам новый вид броска. До этого только кистевые мы видели. Вот и дело до щелчка дошло. Металлург сразу показывает, насколько им не понравился бросок по их воротам. Перешли в нападение. Быстрая, стремительная атака заставила понервничать тольяттинских болельщиков, которых очень много по ходу нашего эфира можно наблюдать, выучать трансляции. А тут за задержку соперника клюшкой еще одно удаление. На сей раз Магнитка остается в большинстве. Захар Шершов. Включали мы с вами этого защитника. Но теперь без Шершова в ближайшую минуту. На синюю. Быстро.
хоккеисты Ладе расположились. Ну и важно, что выбрасывание смогли выиграть. Шайба мимо створа пролетает. Две с небольшим играть в первом периоде. 40 секунд большинства у хоккеистов из Тольятти. И вот он, переход в атаку. 2-1. Передача направо и бросок в одно касание. Все по мысли здорово. Разыграли отлично, но Коннов не попал по воротам соперника. Не хватает точности номинальным хозяевам, потому что и созидают, и в целом исполняют здорово. Но чуть-чуть именно завершили драма. И из-за этого пазл не сходится. Ну что ж, в полном составе играет команда «Металлург-Магнитогорск». Несложное для них меньшинство получилось, но при этом, смотрите, «Лада»-то остается на чужой половине. И продолжают синие создавать давление на чужой третий. Неплохой перевод на синюю. Наброс на чужие ворота. Скидка на ближнего. Бросок не получился. Пошла последняя минута первого периода. Быстро этот игровой отрезок пролетел, но еще считанные мгновения нам остаются с вами. Ошибка. И вот он, свободный коридор, но успевает оборонительная пружина Тольятти вернуться, распружиниться и не позволить сопернику создать что-либо опасное у своих ворот. 30 секунд. Металлург хочет забросить шайбу под занавес этого периода и уйти на перерыв в статусе лидера. Это тоже очень важный такой момент, когда ты забрасываешь шайбу в раздевалку, и Максим Ивлиев против. Макс, в порядке? Уже разные комплименты мы этому вратарю адресовали, но не просто так. Действительно, Ивлиев один из тех, кто мешает нам насладиться запрошенными шайбами. И последняя атака у Лады. Нет, точный бросок. Идеальный момент. Но давайте так. Первый период, если можно и ассоциировать с чем-то, то это период упущенных возможностей. Те и другие создавали. Но при этом забросили в своей мере. Небольшая пауза. После вернемся. Игрок Лада, Мирон, ответит на наши вопросы. Мирон, во-первых, ну, первый вопрос самый банальный. Как тебе игра? Насколько тяжелый соперник Металлург? Ну, они очень хорошо играют, так, эффективно. Очень подвижные, крупные, хорошо бросают, много моментов. Но вот у нас вот не хватает реализации, много атак было, и мы не смогли их реализовать. Да. Тренерский штаб очень экспрессивно на все реагирует. Что конкретно они там вам подсказывают? Говорят, что лучше быть такими же, как они, и реализовывать моменты. Сообщили мне, что Лада вообще впервые участвует в этом турнире. Поправь меня, если это неправда. Впервые, да? И как тебе организация турнира? Как тебе вообще атмосфера? Поделись. Атмосфера очень хорошая.
тут. Спасибо, больше не будем тебя отвлекать. Спасибо тебе большое за интервью. Мирон, игрок Лады, отвечал на наши вопросы. Мы вернулись с вами на лед. Огромное спасибо коллеге Виталию Аршовскому за интервью. Пообщался он перерыва с хоккеистом Тольяттинской Лады. Но сейчас мы возвращаемся на лед. Здесь дело до интервью пока не доходит. А вот Металлург с осадочком покидал лед. Пропустили очень опасную атаку на последних секундах. Шайба взлетела, но нашу арену не покинула. Период упущенных возможностей получился первый игровой отрезок. Ну а каким будет второй? Какие там уже мы с вами будем проводить параллели и придумывать название? Давайте наслаждаться. Меня по-прежнему зовут Геннадий Каменев. Для вас с большим удовольствием открываю этот турнир Кубок Юнисон. Ну и хочется, чтобы мы вместе с вами были в Юнисоне и получали удовольствие от происходящего. Команды поменялись воротами. Традиционная история в хоккее, когда после первого периода ребята учатся играть с дальними скамейками. Но эти парни уже не первые шаги делают в хоккее. Как-никак многим уже и первый юбилей исполнился. 10 лет. Кто-то по-прежнему еще в 9-летнем возрасте. Но это, как вы понимаете, вопрос времени. Дальше, совсем скоро, каждый из них сможет отпраздновать свой день рождения. И... с первым юбилеем себя в том числе поздравить. В центральном круге несколько задержались события. Шайба никак не могла понять, а куда ей дальше нужно двигаться, отправляться. Бросок без особых проблем для Ивлиева. А вот здесь выше. Выше и не точно удалось поднять шайбу. Но слишком высоко она пролетела. Туркен далеко вперед сыграл на Дугая. Дугай, а это даже не Дугай, это Коннов, конечно же. Коннов взял вот такую дугу и еще одно удаление. Подножка. Эту трактовку мы с вами уже видели по ходу первого периода. Как раз первое ударение было за подножку у Тольяттинской Лады. Ну а здесь уже Металлург знакомиться с такой трактовкой удаления. Бросок моментально. Моментально синие стараются после выигранного бросания довести дело до броска. Они не хотят разыгрывать, дожидаться, пока там лица перестроятся, и не только. Вот в этом хаосе хотят подловить оппонента. Пауза, пауза. И выход на пятак. Бросок заблокированным, он выходит. Ну что ж, хороший отрезок исполнения Лады. Да, там не пришлось вступать по-настоящему в игру Михаилу Тюрину. Но при этом градус напряжения у ворот Магнитки с каждой последующей секундой возрастал и возрастал. Сейчас же все остудилось. Лишь только дым этого костра напоминает, что некогда там горел огонь. Включение в центр. Дальше пауза. Бросок выше. Выше и не точно. В чем обратите внимание, если в первом периоде шайба летела по касательной траектории, то там либо вправо, либо влево, но не по центру. То сейчас над воротами пролетает. Металлург играет в полном составе, а это первая шайба на нашем турнире. 1-0. Принимает поздравления шестой номер Лады Илья Терентьев. Да, не получилось забросить, будучи в большинстве, но какая разница. Главное для них, ребят, в этих джерси, что они выходят вперед. Ну что ж, я поздравляю всех, есть первая шайба на нашем турнире. Илья Терентьев, номер 6. Давайте на повторе еще раз посмотрим, как это было. Тут удается Терентьеву развернуться, и бросок с разворота — это всегда не только эстетично, но и эффективно. И какие вопросы могут быть к Тюрину, лично у меня нет. В очень тяжелой позиции оказался вратарь Металлурга, в тяжелом положении, никто ему, собственно, помочь и не сумел. 1-0. Лада
прерывает наше с вами долгое молчание. Теперь посмотрим, какой ответ готовит Магнитка. Удается уйти под лицевое падение. Борьба у бортиков нас уже с вами не удивляет. Это уже традиция. А традиции надо чтить и соблюдать. Вбрасывание в зоне Тольятти. По вбрасываниям, конечно, мы сейчас не можем вам сказать, какая статистика, но так, по ощущениям, примерное равенство. И те, и другие неплохо смотрятся в этих очных дуэлях. Удаление у Лады. И снова подножка. Подножка на подножку. Шанс для Магнитки. Так, а там... скамейку штрафников отправляется 10 номер, хотел сказать, нет, 10 номер на скамейку запасных, по-моему, 19 у Лады. И это Мирон Осминки, да, действительно. Болельщики Металлурга включаются. Вот мы слышим с вами отчетливо Металлург, Металлург. Они приехали с самого Магнитогорска к нам. Как и, собственно, болельщики из Тольятти. Хоккей сближает, хоккей всех объединяет. И несмотря на то, что уже хоккейный сезон по отечественным меркам давным-давно подошел к своему завершению, для ребят есть вот такой турнир в середине мая, показать, как они готовы к этому вызову. Мы видим с вами, что максимальная готовность, минимальное количество ошибок, достаточно взрослый хоккей для 2014 года рождения. Перевод на синюю, дальше поперечная передача, опасно, отсюда можно бросить, но перевод направо, растягивает Металлург оборону. Лады, и вот чего приводит это растяжение к голевому ощущению. 1-1. Металлург с помощью, ну, какой-то потрясающей геометрии, да, там такую паутину расчертили. И из этой паутины уже хоккеисты Лады выйти не сумели. 1-1. Магнитка долго не пребывала в статусе отстающей команды. Макар Мастов мастерски разобрался. Но перед этим еще и партнеры неплохо постарались. Отмечаем с вами вот эту поперечную продольную передачу. Матвей Сыпков на рану тольяттинскую насыпал вот эту передачу. Да, и болевые ощущения, они возникли. 1-1. Цыпков классно ассистирует. Ну и также отмечаем с вами Мастова. Оказался в нужном месте, в нужное время. И здорово смог эту атаку завершить. 1-1. Продолжаем. Магнитка своей половины, но не удается сразу выйти. Неточная передача. Лада, чем ответит? Теперь уже приходится заново вот этот статус лидера нащупывать, возвращаться к тому, что имели некогда. Но мы прекрасно с вами понимаем, в детском хоккее преимущество в одну шайбу мало что может гарантировать. И этот матч не исключение. Бросок, с которым спокойно и уверенно справляется Михаил Тюрин. Не удалось Ладе сейчас на чужой половине выиграть брасывание. Мы знаем, как команда на чужих третьих сейчас большим желанием на этих точках действует. Пауза! Вот они не спешат. Отметим с вами общее качество хоккеистов Металлурга и Лады, пока шайба не стала с клюшкой знакомиться 97-го номера. Ну и борьба на пятачке. Хоккеисты Лады и хоккеисты Металлурга не спешат расстаться с шайбой при первой возможности. Нет, отнюдь, они стараются подержать ее у себя, покататься с ней,
хоккейную экскурсию провести, дождаться партнеров, найти наиболее лучший вариант нападения, передача и бросок в одно касание. Знаете, тут подойдет больше волейбольный термин ВТМ. Темповая атака. Все быстро. Первый темп, моментально все происходит. В этом периоде те и другие порадовали нас заброшенными шайбами. И обратите внимание, скамейка-то дальняя. И, конечно, команды хотят больше позиционной атаки демонстрировать. Это больно, это грубо, это нарушение правил. И, конечно, наши арбитры реагируют. Борьба, она есть, но все должно быть в рамках допустимого. Еще раз смотрим. Вот такой толчок на борт. Он, к счастью, смог из Металлурга сгруппироваться и обойтись без травм. Ждан Колодкин в роли нарушителя. Колодкин теперь своей команде помочь не сможет в ближайшую минуту, хотя мы помним с вами, как по ходу первого периода неплохо Лада в меньшинстве убегала в эти атаки и могла забрасывать, будучи на одного меньше на льду. Неточная передача, обрез, но удается свою же ошибку исправить. Страховка сработала у тольяттинца. Опасно. Ивлиев, он постоянно сосредоточен, не теряет концентрации, максимально сфокусирован на том, что он видит и кого он видит. В первую очередь шайба. Здорово, удается выставить клюшку и через борт вот так на ход себе. Потрясающе играет хоккеист Лады. Переход в атаку, смотрим. Бросок, правда, не получается, но при этом то, что предшествовало этому броску, вызывает восхищение не только. Борьба за шайбу. Удалось зацепиться. Смещение. Перевод. Сложно какой-либо было тут изобразить. И, кстати, вернулся на лед Колодкин. Кто оставил свою команду в меньшинстве, сейчас позволил нам сказать, Лада играет в полном составе. Металлург не смог свою попытку реализовать. Пока ни те, ни другие не могут супер реализацию большинства нам продемонстрировать. Но при этом здорово играют в равных составах. В формате 5 на 5, как будто идти мы другим, что ли, по привычке. Что Ладе, что Металлургу, большинство не особо помогает по этому матчу. Но, по крайней мере, на наши минуты. Что будет дальше, покажет время. Мы разберем обязательно все эпизоды. Выход на пятак, но спиной к чужим воротам. И понятное дело, что в такой ситуации крайне сложно на что-то перспективное рассчитывать. Перевод направо. Дальше попытка через борт пройти. Так, ну и заключительные 5 минут второго периода. Ну, они стартуют. Переход такой планомерный. Ладно, никуда не спеши. Это Осминкин. Корпус поставил Осминкин. С неудобного хвата добивания. Здорово как. Мало таких мясных шайб мы видим с вами, да, чтобы такая была борьба на пятачке. Кто-то там потолкался и попробовал шайбу запихнуть. Нет, не удавалось. Нам показывают скамейку запасных Металлурга. Шикарный план. Разные ракурсы для того, чтобы мы могли с вами максимально прочувствовать нерв и атмосферу этой игры. Дальше на коротке. Здорово как, но замешкался. Сейчас уже Михалев не смог. Михалев как-то в моменте разобраться, что дальше делать в четверке Ладе. Причем передачу он хорошо получил от партнера. Это Терентьев. Автор первой заброшенной и пока единственной шайбы в составе Лады. Терентьев вывел свою команду вперед. Но этого было недостаточно. Один в один борьба. Никто никому не мешал. Не было неравной истории. Хорошая диагональ налево. Дальше. Михалев. Не задается пока смена для четвертого номера Лады. По крайней мере, это.
предыдущих он здорово смотрелся. Это неудивительно, на самом деле, в таком энергозатратном, динамичном хоккее, где ты не успеваешь даже толком голову поднять и оценить ситуацию, еще играть безупречно, кристально чисто, поверьте, крайне сложно. Выход 3 в 1, выход 3 в 1, передача, бросок, и начал уже смотреть по всем сторонам. Михаил Тюрин искал, Тюрин шайбу, она не в воротах, на его счастье. Нет офсайда. Посмотрите, как здорово команды чувствуют синюю линию. А это на грани фола. Терентьев. Значит, сейчас заработает большинство для своей команды. Терентьев. Передача, бросок и гол. Они делают это очень и очень красиво. 2-1. Лада второй раз по ходу этого матча вырывается вперед. Степан Емельянов принимает поздравления от партнеров. Ну и вновь мы с вами отмечаем замечательную голевую передачу. Да, Емельянов хорош, в этом нет никаких сомнений и споров. Но Терентьев, а перед передачей Терентьева еще здорово сыграл Илья Конов. В окружении двоих он смог найти эту лазеечку, отдать крайне хитрую и коварную передачу. Ну и Терентьев уже мастерски, в свою очередь, перевел на Емельянова. Тому оставалось просто попасть по воротам. И с этой задачей он справился на ура. 2,5 минуты остается играть во втором периоде. Нам стоило сказать, что не было офсайдов. Пожалуйста, положение на игру. Хорошая короткая передача. Ну что ж, у Металлурга еще есть возможность отыграться в этом периоде под номером 2. Дальше, конечно, мы с вами будем ждать третий игровой отрезок, который, может быть, подведет все итоги, а может быть, мы увидим с вами и продолжение. Серия булит. Предназначена, если команды не смогут выявить сильнейших по итогам основного времени. Очень мало остановок. События развиваются крайне молниеносно. Так, ну и через борт. Это Рузанов. Рузанова крайне редко мы с вами вспоминали, но Рузанов на пятачке как грамотно играет. Ох, Рузанов как Рузанов. Там показывает Рузанов, выскакивает на пятак, и никто ему помешать толком не может. Ну что ж, дорогие зрители, помимо того, что вы сегодня получаете комментарий в режиме лайв, а также работает еще и студия, помимо этого наши коллеги берут интервью перерыва. Анонсирую, что после завершения второго периода замечательный Артем попадет в наш эфир с аналитикой и расскажет нам про заброшенные шайбы. И в первую очередь разберем заброшенную шайбу Металлурга, потому что там много всего интересного и важного произошло. Последняя минута второго периода тем временем стартовала. Точнее, уже даже половина истекла. И Металлург отправляется в последний рывок. Во втором игровом отрезке им удалось забросить шайбу и размочить ноль. Но перед этим они пропустили. А после заброшенной снова дали Ладе выйти на один шаг вперед. Тоже будет новым героем. Мираж. Замечательное музыкальное сопровождение. Правда, не факт, что ребята знают, какого года эта песня написана. Но у них другие задачи. Задача теперь уйти на перерыв, отдохнуть и вернуться с лучшим настроением. Мы же передаем слово нашей студии. Там Артем.
Дорогие зрители, мы переключаемся в аналитическую студию после второго периода. Счет 2-1 в пользу «Лады». Ну а мы рассмотрим позиционную атаку магнитогорского «Металлурга», которая привела к равенству в счете. «Металлург» здорово. Здесь игроки проводили время позиционной атаки на улитках. Удалось поднять шайбу наверх на синюю линию, после чего пошел перевод на защитника. И здесь свалились два игрока «Лады» сильно на борт. Все-таки получилась такая ситуация, в которой два игрока оказались близко на борту через центр. И здесь вроде бы играет защитник с Назаром Росинским. Сыпков тоже открывается от игрока. Отрывается Сыпков здесь чуть дальше в угол, чтобы получить эту передачу от защитника. И затем как раз-таки сделать тот самый прострел на Росинского, который приведет к заброшенной шайбе. Рассмотрим этот момент в динамике. Идет передача на защитника, идет перевод, пас на Сыпкова. И вот здесь в этой ситуации Сыпков вроде бы уже нет возможности у него отдать передачу. Да, Сыпков отскакивает. Чуть ниже в угол получает передачу от защитника. Но в этот момент Росинский здорово ставит спину и остается один перед вратарем. Идет мощный прострел точно в клюшку 99-му номеру, который замыкает передачу своего партнера 17-го номера Сыпкова и забрасывает шайбу уже в пустой угол ворот «Лады». Вот так «Металлургу» удалось сравнять счет. Досматриваем этот момент. Здесь казалось, что игроки «Лады» все-таки успели спуститься, но здесь защитнику стоит сыграть под клюшку с нападающим, чтобы не допустить пропущенной шайбы, чего не удается сделать защитникам «Лады» против умелых действий Росинского, которые привели к заброшенной шайбе «Металлурга», к первой заброшенной шайбе магнитогорской команды на этом турнире. Смотрим момент до конца. Вот так была заброшена шайба, но затем «Ладу» сумела забросить еще одну. И на данный момент минимальное преимущество у команды из Самарской области. Ну а мы возвращаемся обратно на трибуны Красногорской арены. Спасибо огромное нашей аналитической студии и коллегам. Здорово разобрали заброшенную шайбу «Металлурга». Ну, как мы с вами и предвещали, там множество интересных сокровищ было спрятано. Мы все сокровища вам показали. Третий период, заключительный в этом матче, стартовал последние 15 минут основного времени. Либо помогут нам выявить сильнейшего, либо нет. После 30 сыгранных чистых минут «Лада» впереди со счетом 2-1. Ну, такое восточное противостояние, противостояние «Восток». Потому что и «Лада», и «Металлург» представляют восточное движение. Но команды из «Запада» тоже есть. И они сегодня, безусловно, покажут себя в деле. А следующий матч как раз проведут хоккеисты из Санкт-Петербурга. «СКА» «Стрельна» сыграет с «Акбарсом». Слушайте, для любителей континентальной хоккейной лиги сразу приходят на ум воспоминания о финале Кубка Гагарина, если я не ошибаюсь, 2017 года или 2016, когда «СКА» и «Акбарс» сыграли в финале, и тогда санкт-петербуржцы и казанцы подарили нам фантастическую серию. Ну вот, дети тоже сыграют. Это будет в 9 утра по московскому времени. Сейчас же все внимание на этот повтор. Нам еще раз акцентируют внимание на борьбу и как тяжело было Петренко. На самом деле 10 номер искал свободную лазейку, искал выход из этого лабиринта. Но не суждено ему было найти. Будем внимательно изучать, как «Лада» сейчас будет действовать в третьем периоде. Уйдет ли она в более оборонительные схемы и тактику. Либо же, как играли в предыдущих двух отрезках, так и продолжим. Пока каких-то ярких изменений в действиях тольяттинцев мы заметить не можем. Клюшка улетела. Ее нужно вернуть. И причем без клюшки остался Роман Артемов. Защитник «Лада». Он еще и был на последней линии. Не было подстраховки у Артемова. Короткая передача. Можно и нужно бежать. Выход 1-0. Пустые ворота. Ох, какое спасение. Как будто бы оно тоже заслуживает попасть в аналитик. Ну, еще один бросок. Да, «Металлург» отбивается. Просто отбивается. Сейчас не без везения, но «Лисам» повезло.
Красивая атака Лады. Но этой красоте не хватило только завершить. Не успеваем мы с вами посмотреть эпизод, когда покинул свои ворота Михаил Тюрин. Решил как-то, знаете, больше по футбольному, нежели по хоккейному сыграть. Вратари в хоккей крайне редко делают то, что футбольно. Когда они берут, смело выходят из своих ворот. Ну и сокращают дистанцию. Может быть, Михаил Тюрин перед тем, как пойти в хоккейную секцию, имел опыт футбольный. С Тюрином еще на этом турнире мы не успели пообщаться. Но ребята медийно тоже раскроются. Виталий Ашовский со всеми пообщается, со всеми качественное интервью проведет. Опасно отсюда, можно бросить из неудобного хвата. Попробовал на сей раз уже Яков Павлов. Но шайба пошла по касательной траектории. Не имела никаких шансов и возможности оказаться во внутренней сетке ворот. Дальше. Лисы. Проводят смену. Вся четверка поменялась. Только центральный нападающий. Речь, конечно же, идет о Максиме Калиниченко. Не успел поменяться. Вот Калиниченко тоже отправился скамейку запасных. Классное оставление, перевод направо, отсюда бросить можно. Есть бросок, но добивание мы с вами не увидели. Переход в атаку через правое направление, но шайба как будто перестает слушаться, ребята. Если в первом периоде контроль получался, наверное, из попыток 5-4 точно, то сейчас из тех же 5 попыток 2 точно контроля. Стало больше и борьбы. Арбитры это прекрасно видят и замечают. Ну и еще одно удаление. Первое удаление в периоде под номером 3. Архип Смирнов отправлен на скамейку штрафников. И снова подножка. Это самое популярное удаление на сегодня. Ну, в этом матче, по крайней мере, точно. Как там с Кострельна сыграют с Акбарсом, мы узнаем только в 9 утра. Ну и ошибка. Посмотрите, вроде бы безобидная ситуация для Лады. Было много времени подумать, кого же сыграть, как же эту шайбу вывести. Не получилось. И вот чему это приводит. Проскус неудобного хвата. Еще одна попытка перевести шайбу туда, в площадь ворот Ивлиева. Но, кстати, надо отметить, что ни те, ни другие не стали менять вратарей. То есть традиционная история, когда по полтора периода играют вратари, в детском хоккее нет. В этом матче все по-взрослому. Есть номер один, есть номер два. Сегодня номер один у Лады это Ивлиев, а у Металлурга Тюрин. Смещение в центр и на стойке, да, вот не опускаясь на щитки, в стойке спина. Здорово эту шайбу Максим Ивлиев забирает. Надо повторить. Свисток мы с вами услышали. Но с такой мелодией хочется и хочется повторять. Сегодня также матчи стартовали чуть раньше. Изначально планировалось, что игровой день начнется в 9 утра. Но произошли некоторые корректировки в нашем расписании. И в 7:30 мы стартовали с нашей съемочной бригадой. Так что кто рано встает, тот детский хоккей сопровождает. Перевод налево. И тут как тут на паузе уже Михалев действует. Михалев. Это шайбу. И Павлов, и компания. Посмотрите, как красиво скрестные движения делают хоккеисты Лады. Конов, кстати, на площадке. Конов, который был вторым
ассистентом. Отдал предголевую передачу. Там вообще красивая комбинация получилась у Лады во время второй заброшенной шайбы. Металлург остается в меньшинстве. Еще одно удаление. У лиц Михаил Михаленко на сей раз. 96 номер. А это удаление для Металлурга может стать критичным. Если Лада забрасывает и возвращает себе преимущество в две шайбы, то кто знает, чем будет Металлург удивлять дальше. Потому что пока ты минимально отстаешь, можно и не переживать. Времени-то предостаточно еще в третьем периоде. Но вот играть две шайбы по такому матчу крайне сложно. Лада дисциплинированная, Лада грамотная. Но не дает, по крайней мере, себе расслабиться раньше времени. Это тоже очень важный момент. Потому что в детском хоккее, как и во взрослом, важную роль играет и психология. То, насколько все погружены этим делом. Красиво, как, ну это потрясающее катание. И дело до броска дойдет, бросает Терентьев, добивание, ворота пустые. Терентьев! Нет, не получается пока, но Терентьев сделает очень много в этом нападении. Очень. Тяжелое меньшинство для Металлурга, самое тяжелое из тех, которые мы с вами видели. В полном составе играют магнитогорцы. И тут же шайбу удается перехватить. Удалось грамотно сыграть под Лунному. Но посмотрите, устали. Поэтому тяжело приходится покидать свою половину. Лада выглядит посвежее. Терентьев. Металлургу нужно повышать скорость, потому что в таком темпе, безусловно, хозяевам хорошо. И прекрасно. А их все устраивает. Еще один свисток. Ну вот, взял я небольшую паузу, чтобы вы послушали атмосферу льда. Металлург. Много болельщиков здесь из Магнитогорска. Ну и вижу так, что в чате нашем происходят тут и слова «Лада вперед» и «Металлург» тоже поддерживают. Прекрасная атмосфера на нашей трансляции. Поэтому молодцы и вы, большие зрители. Большие зрители, заметьте. Потому что всегда с командой, неважно, очно или заочно. Ну а тут нервишки у обороны Тольятти. Потеряли синий на мгновение шайбу, не разобрались. Такой некий хаос возник, как и в этом эпизоде. Но Металлург словно не хочет этот хаос превращать в свой успех. Бросок. И где шайба? Потеряли ее снова все. Она, так знаете, хитро взлетела. И не до конца было понятно, как она опустится. Да, могла и занырнуть. Ворота Лады. С вами вот с этого повтора четко увидим. Смотрите, летит раз. И если бы кто-то там подправил шайбу, она бы уже оказалась в воротах, потому что Ивлиев уже не контролировал ситуацию полностью. Напоминаю вам, дорогие зрители, что сегодня большая насыщенная программа, и вы сможете посмотреть следом противостояние Санкт-Петербурга и Казани. А это в отечественном хоккее очень-очень такая яркая история. Причем на детском турнире мы с вами знаем, как Лада хороша в таких ситуациях. Снова бросок с крайнего острого угла. И в Санкт-Петербурге, и в Казани большое внимание уделяется селекциям разных команд. Ну, понятно, что мастодонт у Казани – это Акбарс, у Санкт-Петербурга там и Динамо Санкт-Петербург, и СКА-Стрельня.
Но радует то, что детский хоккей развивается, и сильнейшие команды с разных регионов приезжают к нам в почти 20 числах мая порадовать и себя, и своих болельщиков. 2-1. Может быть, не так много заброшенных шайб мы в этом матче увидели, но при этом моментов было хоть отбавляй. Счет такой обманчивый. Не совсем отражает то, что происходит на площадке. Еще один бросок с кистей на сей раз. Александр Колотыгин долго подготавливал этот бросок. Не сразу решился на этот шаг. Там и удобную перевел, и так на паузе еще соперника смог качнуть и обмануть. Ну а теперь 4 минуты есть на все про все у Металлурга. Также не забываем, есть у Магнитогорска тайм-аут. 30-секундный перерыв, которым может воспользоваться тренерский штаб. Это обращение к Дмитрию Позину и Виталию Кудрину. Ну а сейчас и без тайм-аута Металлург идет в атаку. Передача на ближнего не доходит. Через борт. Неплохо. Ну вот, стоило нам сказать неплохо, как тут же произошла потерь. Подустали эти и другие, уже не такие высокие скорости, более вязкие. Какие-то, знаете, как в боксе. Когда уже закисление организма происходит. И вас арбитр по обе стороны старается развести, чтобы вы продолжили драться и продолжать борьбу, а вы уже все. Не можете этого делать. С последней силы, с морально-волевых. Надо бороться Металлургу. Одна шайба поможет нам с вами продолжить хоккейные турниры. Короткая передача, падение. Смещение, пауза. Бросок неточным выходит. И помните, мы с вами хотели разобраться, а как же Лада будет играть в третьем периоде? Бодро, не рискованно, но смело. Смелый хоккей в исполнении тольяттинцев. Да, и дорогие зрители, сейчас помимо того, что мы видим с вами еще одно удаление, появится QR-код на наших экранах, где вы можете предварительно зарегистрироваться. Вас там ждут интересные конкурсы и много других тонкостей. Пока же тайм-аут берет тренерский штаб Металлурга. Мы же выдержим небольшую паузу. Квиз «Золото Грифона» вас ждет. Долгое время QR-код находился на наших экранах, и вы могли уже пройти предварительную регистрацию. По-прежнему там на планшете Металлурга схемы рисуются, и интересные тактики подбираются на оставшееся время. Не так много секунд, и шансов есть у магнитогорцев. Но мы прекрасно понимаем, этим ребятам много шансов и не нужно. В любой момент они могут показать себя на высоте. Не меняют пока вратаря на 6-го полевого. Тюрин остается по-прежнему в воротах. Так что в формате нет шестерки, да? Нет 6-го полевого хоккеиста. Металлург. Ну, кто знает, может быть, сейчас отходом зоны Тюрин уже побежит. Передача короткая, не доходит до нужного адресата. Лада. И вот так. Просто на убой далеко вперед. А почему бы и нет? Повторюсь, пробросов нет. Можно себе позволить такую прерогативу. Хорошая диагональ.
и добирает коньками Росинский. Еще так неаккуратно клюшку, кстати, Росинский выставил. Могли и наказать его. Но на его счастье арбитры простили. Лада играет в полном составе. Большинство Металлурга не получилось. Теперь уже пустые ворота. Без Тюрина. В формате 6-5 игра продолжается. Металлург пошел ва-банк. Они рискуют. И надо это делать. На коротке попытка разыграть. Но посмотрите, как тут все вязко, тесно. Не удается Металлургу найти свободные зоны. Везде все перекрыто. Хоккеисты в синих джерси не позволяют. Бросок шайба мимо створа. 30 секунд. Времени катастрофически мало. Но Металлург в атаке. Шайба под их контролем. Это важный звоночек. И, судя по всему, Лада одерживает первую победу во втором. Нет! Они одерживают победу, а потому что Металлург сравнивает счет. И мы не будем спешить и торопить события. 2-2. Характер по Пятигорску. О чем мы с вами говорили? Этим ребятам много шансов и не надо. Они могут это делать. И не просто могут, они еще умеют это делать. Никита Злов Илиевич, капитан команды сейчас, празднует успех. Здесь отличный разворот, передача, бросок и шайба в паутине ворот. Но это, знаете, по-моему, Макар Мастов, 34 номер. А вроде как Мастов был, потому что, если верить протоколу, то Злов Кирилевич 23-й номер. 2-2. Шесть секунд Ладе не хватило, чтобы одержать победу в основное время. Вот такой турнир сильнейший. 2-2. И ждем продолжения. Никуда не уходим. Серия буллитов нас с вами ожидает. Капитаны команд все услышали, все рекомендации арбитров. Сейчас передадут они и своим, кто на скамейке запасных. Кто же начнет эту серию буллитов? Лада начинает. И первый экзамен для Михаила Тюрина, для вратаря Магнитогорской команды. Противостоит ему Илья Терентьев. Терентьев с игры забросил. Сможет ли это сделать он уже в послематчевой серии? Терентьев на паузе. Терентьев! Домик точно находит он. Сложное решение. Терентьев сегодня настоящий специалист по воротам Тюрина. И с игры, и с буллита. Ему не важно при каких обстоятельствах забрасывать. Металлург. Попытка теперь для Лисов. Это Назар Росинский. Потрясающе на паузе разбирается. Обманул он Максима Ивлиева. И заставил того просто наблюдать за происходящим. Раскачнул. И дальше уже пустые ворота.
1-1. Очень красивые болиды. Семен Михалев. Сёма, что придумает? И не смог поднять шайбу. Первая неудачная попытка. Очень недоволен четвертый номер Лады. Его эмоции мы тоже с вами можем объяснить. Он дает право Металлургу выйти вперед в этой серии буритов. И попытка номер два. Смотрим за этим исполнением. Ну и шайба оказывается во внешней сетке ворот. Не удалось играть на Сиранцева, хоть Евлиев, смотрите, тут уже завалился в лежачем положении. Но при этом не удалось шайбу поднять и в паутину ворот отправить. По неудачной попытке обменялись и те, и другие. Рузанов качнул и забросил. Слушайте, но Рузанов уже показал нам с игры, как он может выходить на пятак и технично разбираться со соперниками. Сейчас никто на пятачке ему не мешал, и Рузанов сделал то, что хотел бы еще и в основное время. Потрясающая шайба. Мы повторяем с вами этот эпитет, но он максимально соответствует тому, что мы с вами увидели. Металлург. И нет, или да, она все-таки проскочила. И хоть первоначально Евлиев смог ее хоть немного, но остановить. Так обратный свой успех. Голотыгин. Видите, да, она на ребре осталась и ворота отправилась. Кстати, в домик эти другие буриты забрасывали в этой серии. А вот тут красота какая, перекладина. Степан Емельянов. Один булит краше другого. Очень сложно выделять конкретно какую-то одну шайбу, всякую притирочку под перекладину. Лучшего броска и не придумаешь. Ответ Металлурга. Четвертая попытка в этой серии булита. А здесь уже спасает свою команду Ивлиев. Не внешняя сетка ворот, а именно вратарское мастерство. Если сейчас Лада забрасывает, серия булитов подходит к своему завершению. Возможно, мы сами видим в эти секунды решающий бросок. Мирон Осминкин. С центрального круга шайбу забирает Мирон Осминкин. Осминкин на паузе, но не смог. На сей раз он переиграть с Михаилом Тюрином. Тюрин оставляет Магнитку в игре. Один раз Талург уже героически смог вернуться в эту игру и привести нашу встречу в серию буритов. Будет ли продолжение в серии буритов? Очень волнительный момент. Злов Килиевич, это капитан. Но капитан не смог помочь Металлургу. Лада одерживает победу. 2-2 в основное время. И 3-2 по серии буритов. Лада оказывается сильнее. Тольятти празднует успех. Металлургу не унывайте. Вся борьба еще впереди. Ну а мы будем планомерно передавать слово нашим коллегам. Для вас эту игру комментировал Геннадий Каменев. Сейчас предматчевая студия будет уже после завершения. Да, аналитика, конкурсы, прогнозы, интервью. Все и не только вы сможете увидеть на ваших экранах. Еще раз поздравляю Тольятти с победой. Услышимся.
Ярослав, отец Захара Шершова, игрока «Металлурга», ответит на наши вопросы. Первый вопрос. Как игра сына? Игра сына, конечно, оставляет желать лучшего в некоторых моментах. Жалко, что мы сегодня проиграли, но первый блин комом. Надеюсь, настроимся еще и выиграем следующие игры. Как в целом игра с «Ладой»? Показалось, что «Металлург» давил очень сильно, но чего-то не хватало. Да, немножко не повезло в реализации своих моментов. Конечно, здорово, что в конце игры отыгрались за 6 секунд. Я думал, это придаст им какой-то импульс, воодушевление, побегут забивать буллиты. Но немножко не повезло. Это хоккей, тут выигрывает сильнейший. Ну и кому больше повезет. Очень жестко вел себя тренер «Металлурга» по ходу матча. Жалуется ли ваш сын на него после игр? Он на папу больше жалуется, мне кажется. Весь голос сорвал, я болел, конечно. Такая игра, такой накал. В конце еще отыгрались эмоции. Турнир очень классно организован. Хотелось бы сказать спасибо Александру Викторовичу Клименко за организацию такого классного турнира, потому что приезжаем уже второй год. Все на высшем уровне, наверное, один из лучших, да, наверное, самый лучший турнир в России, который организован для детских команд. Спасибо большое за интервью, Ярослав. Отец Захара Шершова отвечал на наши вопросы.